Привет, ребята! Привет всем! Сегодня мы купили елку. Правильно, вот она сзади нас, смотрите. Такая вот сосна, красавица. И теперь перешло время, что делать с ней? Наряжать елку. Наряжать елку, украшать ее очень красивыми игрушками. А какими именно, сейчас вы все увидите. Посмотрите, как у меня много игрушек. Да, у нас много игрушек. И в этом году у нас еще пополнение, новые игрушки. Да. Мы вот их еще не распечатывали. Ну вот с вами обязательно распечатаем и украсим мини-елку. Да. Игрушки это не бьющиеся. Да. Чтобы дольше нас радовали эти игрушечки. Это самые большие шары. Шары самые большие. Да, у нас есть два золотых шара, огромных просто. Да. И все остались. Вот у нас есть две игрушки, которые из бьющихся, но они очень красивые. А все остальные мы уже успели заменить это на небьющиеся. Не да, это такой большой шар, который не разбивается. Так, Лизочка решила повесить самый большой шарик. Самый большой надо на самое видное место вешать. Мы уже, ребята, установили гирлянду. Посмотрите, как красиво мигает. Да. Наша елка пока что только с одной игрушкой, да. Но ничего, Лизочка сейчас исправит это все. Да. И будет очень много игрушек, которые ожидают, вот, чтобы их всех повесили на елку. Да. Но сначала мы откроем эти игрушки. А, новенькие, ну конечно, давай начнем с новых. Да. Нарисован на этом шарике. Такой милый шарик. Вот такой синенький. Да, здесь домик, елочка. А это белый. Розовый вот такой вот. Это не просто розовый, он с оленем. Да. Олень и снежинка на шарике нарисованы. Ой, какие они нежные такие. Очень будет здорово на елке смотреться. Да. Показывай. Да, вот такая елочка красивая. Да. Они светятся, наверное. Да, наверное, светятся. Вот такие красивые лампочки. Ну, давай. Волшебненько. Вот такая. На дворе. Нет. Вот сюда. Нет. Давай сюда. Давай сюда весь. Давай повесим вот этот. Да. А ты готов следующий шарик. А готов елочку. Маленький. Вот это на игрушке. Вот беру. Чуть-чуть. Сейчас. Вот так схвати иголочки. Вот. И сверху, да, вот. Такую. Большую. Огромную. Ой, какая красивая. Да. Мы любим большие игрушки, потому что их можно разглядывать издалека. Их хорошо видно, что нарисовано, как они играют с гирляндой разными оттенками. Ребята, я хочу стишок хочу рассказать. Давай. Только завтра. Ага, нет, сегодня. Мишка, Мишка, Лиса и Бока. Спал он долго и глубоко. Зиму. Целый проспал. И на елку не попал. На санках не катался. И снежками не кидался. Да, молодец. Точно Дед Мороз тебе за это даст подарочек. Я хочу вам показать свинку. А что это за свинка? Она поющая. А ну-ка. Она копилочка? У меня монетка.
конце. Ребята, а вы видите под елкой маленького розового зайку? Это кто, зайка или Лиза? Ну, как вы думаете? А похоже, как будто зайчик сидит. Смотрите, мы уже почти все игрушки повесили. Какая красота получилась. Ну, я вешу еще. Да, Лиза там пытается где-то внизу повесить игрушку. Вот ей нравится там ползать под елкой. Наверное, все в детстве особенно любят ползать под елкой. И ждать, когда же придет Дед Мороз и подарит и подарочки, да, принесет под елочку. Какая красота. Мы забыли, еще верхушку надо, на самый верх. Сейчас я попытаюсь добраться до верхушки. Вот так, хорошо. Так, ребята, вы готовы взорвать хлопушку? Лиза, ты готова? Да! Сейчас осталось только ее распаковать. Да. Распаковать. Еще хочу. Как много конфетти в ней. Вообще класс. Ребята, всем пока-пока.